Нет. Я даже не знаю, что заводит. Ага, и... Это странно, знаешь ли, когда не знаешь половину диалога. ТГМ или кто? Я? Не-не-не, Паладин не пишет. White Force. Ну, я понял, говори дальше. Пиши. Ага. Хочешь, чтобы я тебя заменил, да? Ясно. Ну смотри, я могу предложить тебе и кому-то в вашей гильдии. Короче, могу вводить трейды только СЛК и РС. Гера, бычки, без разницы. Это два инста, где я фул тактики знаю. Ты что, один, что ли, там рейды будешь? Понятно, ну ты мне давай приглашение на приста. Я потом еще на ханта зайду, на ханта скинешь. Сейчас, подожди. У меня отлагает, мне что-то даже приглашение кинуло, залагало сильно.
Да, разлагал его, только сейчас нормально стало. Блять, орел, да. Вон, кстати, у вас сейчас печенька, ДКшка онлайн сидит, синеглазка, которая... Можешь у него спросить за меня, он знает. Я вчера вот взял его ДДшкой. Видел. Не, я не Юлик, меня путают, а не с кем. Да, они херню несут. Они меня путают с кем-то. Я, короче, сейчас тебе с ханта еще напишу, ты ханта возьми. Не могу пригласить члена другой группы. А чё вы вообще закрываете? Не могу пригласить члена другой группы. Сколько у вас, допустим, РС в неделю закрываете ЕР? ЦЛК, там, да, и ВК. 50/50 на площади ходите? Нормально. Я еще, короче, на Альянсе играю, поэтому я буду туда-сюда мотаться. Ну, как-нибудь буду совмещать время. Хорошо. А то меня что-то в кнуты не взяли, говорят, у них там набор закрытый. Да, про вас они то же самое говорят. Сейчас я на ханта зайду.
Я в чате писанул с хента, ты мне пати добавь или просто сразу приглашение скидывай в люди. А, все понятно. Сейчас я тогда напишу. Вот я тебе писанул в конце. И этот... привяжи, пожалуйста, ханта моего присту или пристак ханта, без разницы. Имя сет напиши, только не букву Э, буква Е. Спек на ханте ММ. Не, у меня бисовых нету пока. У меня хант ММ 6.2 и ШП 5.7. Вы можете не привязывать потом, если что. Привяжем. Посмотрим, потому что у меня график не постоянный, у меня вызывной график. Меня вызывают, допустим, на работу, все, я уезжаю, бросаю все дела. Я вот собирать буду, как буду наоборот с работы приходить, я сразу захожу в игру, ставлю заметку, например, и это, собираю. Заранее не получится. Да, блин. Ну, один день из выходных и из выходных этих дней. Пятницу, субботу, воскресенье, по-любому я могу один рейд провести. Короче, как я с работы приду, я могу сразу свободно зайти, собрать что-нибудь провести. Как получится, да. На график просто не постоянно. Ага, я разберусь, посмотрю. Стримы, Twitch, TV, на Rexis. Ну, на Rexis я давно знаю. Если это ты, то привет. Понятно. Ну, как-то с Rexis ходил давно.
еще в 2010 каком году, блин. Сейчас. Ничего. А, вот, все вижу. Сейчас я быстренько в РК перезайду, по. А, не, все, вот, нормально. Да я знаю, у вас на орде идеи нормальные. Даже совета не надо спрашивать. Ну ты, вот, Dark Stars и ваши нормальные. Северное сияние пойдет. Я знаю, он у вас печенька слабая, он вообще тактики не знает. Я взял, понятно. А вот там гриф у вас в гильдии есть, Сергей будет. Он что, давно у вас? Он просто раньше на Альянсе играл. А, он, походу, только сегодня перекинул на льду. Потому что он вчера его только на Альянсе видел. Пока, короче, хантом, если что, в Геру ЦЛК повожу, потому что ШП у меня не приодет, там 5-7 всего лишь. У вас же по ЕБКБ все? Да, понятно. Не понял. За шмот ГП не дают? А-а-а. Все понятно. Да-да-да, понял. Ну, это само собой, конечно.
Нормально. Потом попозже зайду гляну, что у нас. А сброс ЕПГП там каждый месяц, да, или как? И сколько процентов? А, даже раз в неделю? Нормально. А то у меня в Алонах каждый месяц и только 20% всего лишь. Ну, я могу сейчас один показательный рейд провести, вот Хантом. Мы как раз оттуда арбалет нужен. Зайдешь, если вагоны есть, посмотришь. Чудо как. Не, не Геру, а бычку. Потом Геру. Да, а бычку сначала. Давай, что вместе соберем тогда, потом оперели вам до пол. Все. Если будешь ставить прямо сейчас, ставь. Потому что я позже не смогу, я не знаю, меня могут на работу вызвать. Давай, давай. Семнадцать, восемнадцать не смогу именно сейчас вписать. Ты можешь мне в этом ВК дать админа или хотя бы модератора, если вдруг что там голубёж начнется, я поп сразу поставлю, потому что я не могу нормально рейдить, когда в ВК орут.